Каждый учитель дает знания о предмете, о науке, о жизни. Последние, наверное, самые важные. От этих учеников коррекционной школы номер один педагоги не ждут высоких оценок или побед на олимпиадах. Самое главное, чтобы эти дети научились жить самостоятельно, в идеале без помощи взрослых. Нелли Николаевна – логопед, дефектолог, педагог с многолетним стажем. В особенной школе ее называют учителем жизни. Судьба женщины могла бы сложиться иначе, но в педагогику ее привел сын с тяжелым диагнозом. Сейчас Влад учится в 5 классе. Его мама здесь же классный руководитель. Пришла в школу, и сразу же начались проблемы. Я никак не могла понять, почему дети не с заданием, там, с инструкциями не справляются. Мне пришлось в 2015 году поступить в Московский институт психоанализа и столкнуться там с такой наукой, которая называется прикладной анализ поведения. Вот здесь-то у нас началась работа. В первой коррекционной школе учатся ребята с различными нарушениями интеллекта. Класс Нелли Николаевны один из самых тяжелых. У всех учеников сложные дефекты, сочетание диагнозов. Еще 10 лет назад такие ребята считались необучаемыми. Сейчас, благодаря прикладному анализу поведения, своему таланту учителя и бесконечному терпению, Нелли Николаевна адаптирует их к жизни. Большое внимание уделяет практическим занятиям. В первую очередь мы должны создать для ребят положительный микроклимат, психологический микроклимат, чтобы ребятам было комфортно находиться в школе. Ну а Нелли Николаевна тоже не только высококлассный учитель и педагог, учитель высшей категории, учитель-дефектолог, учитель-логопед, но еще и очень внимательный, добрый, отзывчивый человек. И для нас, конечно, для школы, для администрации, это большая гордость, что такой человек работает вместе с нами. Ежедневно у этих 5 классников по 6 уроков. Нелли Николаевна для них как вторая мама. К ней ребята привыкли, только с ней могут добиваться успехов. Вместе они и на занятиях, и на переменах. Ходят, взявшись за руки. Один единственный учитель для ребят будет вплоть до окончания обучения. Учимся с ними готовить, учимся с ними убираться, подметать. То есть рассматриваем картинки. Как сделать покупку в магазине, аптеке, больнице. Вот сейчас больше мы занимаемся этим с ними, такими навыками. Подарков и пожеланий от учеников Нелли Николаевна в праздничный день не ждет. Да и сама планирует звонить их родителям и поздравлять с профессиональным днем педагога. Для учителя особенных детей, папы и мамы, прежде всего, коллеги. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.